Бэнг, меч самурая, дает на практике познать легендарное восточное коварство. Ее участники становятся героями японской драмы с гейшами, боевыми искусствами и, разумеется, кровищей. Игроки перевоплощаются в мастеров боевых искусств с уникальными навыками. Причем у каждого есть тайная роль – самурай, ниндзя, ронин и сёгун. Эти ребята начинают с вдохновением резать друг друга на сашими. В ход идут тренировочные бакены, нагинаты, вакидзаси и арсенал тактических уловок. У каждого бойца есть запас стойкости. Как только он иссякнет, герой считается поверженным и отдает победителю очки чести. Кто соберет их больше, тот и приведет свою команду к победе. В тылу битвы нужно быстро сообразить, где благородный мечник, а где хитрый убийца. И это в очередной раз доказывает, что острый ум куда важнее острого меча. Спрашивайте в магазинах вашего города.